к нему обязательно. Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вот мы с вами приехали на станцию метро Новой Черемушки. Пойдем в Воронцовский парк. Усадьба Воронцова, 18-19 века. Два восточных, два западных флигеля, церковь, две сторожки, ворота парка. Охраняется государством. Сегодня прекрасный денек. И я, наконец, приехала в парк, Воронцовский парк. Так как я уже сказала, мы находимся в Воронцовском парке. Вот здесь безумно много листьев, безумно красиво. Вот безумно много кормушек. Кормушек для наших пернатых, для птиц. В очень большом количестве. Я почему вот это видео, в основном я посвятила и в основном кормушкам. Но я не видела еще никогда такое количество большое. Как будто, знаете, конкурс. Это очень-очень интересно. Тропинок как таково, тропинки вот по листьям. Вот чисто, как будто ты находишься где-то в лесу. Ты не в парке, не в сквере, а вот именно в лесу. Очень-очень много. Я даже, честно сказать, даже устала снимать все кормушки. Но мне очень понравилась эта тема. Я вообще люблю тему пернатых и тему, ну, вообще, вот в основном пернатых, а особенно перед зимой. Очень заботится. У меня недавно есть вот этот скворечник, прилетайте, скворцы, прилетайте. Ведь и животных выгуливают. Вот, а здесь прям, ну, дворец настоящий, да? Смотрите, какая вот, в какой вход им длинненький. Ну, тут кто-то постарался. Такой, блиндаж это или палаточка, или шалаш. Такой сделал с листьев, такой интересный. Он прям так привлекает всех. Вот. И еще здесь недалеко еще один стоит. Но тут, видимо, рассыпался уже. То ли от ветра, то ли просто рассыпался, кто-то пошутил там. Тихо, так народ гуляет просто. Я стараюсь здесь снимать, чтобы, ну, как не затрагивать, в основном природу затрагиваю, тему природы, и меньше как-то людей затрагиваю, вот, плод человеческий, видите, как заботятся. Это очень, ну, вот это вот, я не знаю, вот это мне не понравилось. Это старинное дерево, которое просто-напросто может от ветра рухнуть. А, ну, такие деревья нужно цементировать. Очень много цемента, забетонировать, и оно еще подстоит. Но почему-то, я не знаю, почему-то не хотят этим заниматься. Видите, какое оно высокое.
высокое дерево, или просто-напросто, ну, прости меня, Господи, просто срезать его. Потому что чревато последствиям. Так, здесь тоже вот семеечка прогуливает. У них, по-моему, тигренок там. Собачка и тигренок. Он прячется за деревом. Сваречники. Вот тигренок хвостик поднял. Но я убрала камеру, потому что на меня стали обращать внимание, почему я снимаю. Вот такой интересный. Ну, один лучше другого, да? Правда? Ну, как смогла, так я и сняла. Здесь плохо видно. Я вначале думаю, кошку, что ли, на... О, два бесхозных велосипеда стоит. Это они не бесхозные. Папа с дочечкой подошел. Ну, скворям, я же говорю, как выставка. Ну, это... И о собачках. Не о собачках, а о чистоте после собачек. Вот подумали, эти пакетик. Вытаскиваешь, отрываешь пакетик и убираешь же собачки. А здесь в окошках сделали, подвесили кормушечки. Нашли, где и очень так оригинально смотрится. Вот, это находится рядом, видите, высотные дома. Мы как будто в лесу с вами побывали, да? Не как в парке, а как в лесу. Как же мы хотим, чтобы быстрее наступил Новый год. Еще ноябрь не закончился, у нас во дворе уже елочка стоит. Ну что, с наступающим всех, пожалуйста, подписчиков и зрителей моего канала. Как проснулась, сразу за камеру и в окно. Вот такой закат. Ну вот он за домами. Получается, вот так вот темно. Ну то доброе утро, доброе. Вот буквально через 2 часа. Видите, что творится? Какой был рассвет красивый. И что сейчас происходит? Это не на второй день, это в этот же день. Вот я говорю, прошло всего лишь 2 часа. Ох, снега белого насыпала зима. Интересно, видно, какие хлопья какие? Вот прям хлопья большие. Это буквально через 10 минут. И солнышко светит, и снег идет. Ну, зимняя погода. Навалило снега. Да здравствует зима. А тут и солнышко вышло. Когда снег идет, не холодно. Вот видите хлопья, нет? Видите. Очень хорошие, красивые хлопья. Я сняла перчатки. Мне рукам не холодно. Даже не перчатки, а рукавицы. Эта погода сегодня вообще в один день. Вот буквально вот с утра проснулась. И вот я показываю, как меняется. Теперь и снегопад был. Прекрасный был восход. И теперь голубое небо. Представляете? Обалдеть можно, да? И сейчас... Вот, да, еще час. Еще часа даже нету. Это 13:00 еще нету даже. Вот настолько меняется погода. Конец ноября. Я почему вот сегодня видео... Ну, снежок так лежит... Почему я решила сегодня снимать такое видео? Что мне самой даже интересно стало, чем так происходит в природе. Воробушки в кусту. Эти какая им кормушечки какие сделали. Прям с 5-литровых баклажек. Уж кормить так кормить птиц, да? Так здесь то, а здесь очень много. Смогу приблизить. Ага, вот, приблизила. Видите, как они баклажку залетают.
Так что подкармливайте, я всегда говорю, подкармливайте псичек наших пернатых. Вот их как много. Тёмные сладкие такие. Мороз и солнце, день чудесный. Снежок и солнышко. Вообще, я поражаюсь, сегодня такой день. Но это полдня только. Что будет к вечеру, не знаем. Следы от шин, следы от обуви. Как-то никогда так не задумывалась. Бежишь бегом. Вот мы вот такие следы оставляем за собой. Смотрите, какие интересные. Округлые даже, да? Машины выезжают. Люди бегают, ну, ходят. Это интересно, да? Какие красивые они. Никогда об этом не задумывались. Вот видео одного дня. Видите, как солнышко выделяет вот этот участок домов. Это Марьина там так светится. Кажется, как будто рядом. А с этой стороны вот трубы у нас пыхтят. Парят. А вот и вечер. Я сегодня снимала целый день. Как небо менялось, погода менялась. Теперь вечером такое прекрасное небо. Не удалось сегодня погулять. Но бывает. Бывает и так. Сегодня у меня вот такие видео. Где-то интересное. Может, кому-то интересно, может, не там мне интересно. Просто что наблюдать за погодой, как меняется. То снег, то солнце. То похолодало, прям такой ветерок был. Теперь нормально.